Все люди сейчас в той или иной степени ощущают утрату неких смыслов. Ну, очень просто, если говорить, то смысл, да, это то, зачем мы живем, вот, зачем мы что-то делаем, да, какая в этом ценность, да. И время сейчас такое, что оно все смыслы девальвирует. У нас такая массовая девальвация смыслов. Ну, раньше человек, как бы ему было понятно, зачем он живет, какая ценность. Да? Во-первых, он из бедности пытался попасть в какую-то, хоть какую-то состоятельность. Из замкнутости в квартире, где у меня семья мамина жила после войны, на Халтурино, нынешней Миллионной улице, в коммуналке, в их комнате жили двое родителей, двое детей и бабушка, прабабушка моя. Вот. Пять человек в то ли 9, то ли 10 метрах. Вот. Ну, был смысл жить, знаете. Очень хотелось как-то свой быт наладить, я так полагаю. Вот. Потом стали смысл в детях, смысл в семье, смысл в отношениях и так далее. Но дети сейчас воспитываются очень агрессивной такой культурой, и сложно ощущать с ними такое внутреннее родство. Семья перестала быть какой-то такой объединяющей людей ценностью, часто воспринимается как препятствие, как обуза, как то, что не позволяет человеку там развиваться и жить той жизнью, которую он хочет, вот, и так далее. Поэтому мы сейчас массово переживаем вот такую потерю смысла происходящего. Но если просто говорить, что такое смысл, это когда ты что-то делаешь, и тебе не нужно объяснять, почему ты это делаешь. Ну, то есть вот, тебе не нужно искать внутренних обоснований. Ты делаешь, потому что ты считаешь это внутренне важным. Ты так строишь отношения, ты так работаешь, ты так что-то создаешь, ты так инвестируешь в свои жизненные силы, и тебя от этого прет. Вот это тот смысл, который задача для нас найти, иначе мы ничего не сможем путевого сделать. А это печально. Сейчас время, когда как раз делать надо очень сильно, потому что сошли с ума стрелки на часах времени этого цивилизации.